Все чаще знаменитости стали говорить о музыкальной цензуре. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что музыкой сейчас занимаются люди, не имеющие к ней никакого отношения. Для них это просто прибыльный бизнес. Вопрос остается открытым. Музыка – это в первую очередь деньги или все же профессионализм? Спросим мнение петербуржцев. Безусловно, да. Почему вы так считаете? Ну, потому что матоперебор. Музыкальная цензура в России, да нет, конечно, не нужна. Вообще цензура – слово плохое. Я могу сказать по себе, к примеру, то, что 32 года мне сейчас, я в большей степени работал в сфере бизнеса. Но при этом сейчас, ну, не буду раскрывать все карты, но квалифицируюсь еще как творческий сотрудник, так скажем так, в творческом направлении. И почему бы нет, если у человека есть талант, и он хочет в этом развиваться, какая разница, учился ли он до этого или нет. Главное, насколько это нравится людям, его творчество. Ну, относительно вопрос, не знаю, ну вообще нужно. Много довольно талантливых исполнителей в тени остаются, поэтому, я думаю, да, нужно. Цензура – это всегда в любом случае плохо. Нужна свобода слова, в том числе и в музыке. Ну, цензура, она в любом случае есть какая-то, да, ну, то есть какие-то вещи запрещены культурные, ну, какой-то, например, Mein Kampf, да, запрещен же, это в любом случае какая-то цензура, поэтому если будут подниматься какие-то такие вопросы, да, на сцене, то, наверное, да, в этом смысле нужна цензура. А если говорить о непрофессионализме, если это слушают, то, значит, это имеет право на существование. Я думаю, что нет. Ну, так много непрофессионалов, а профессионалы, наоборот, не идут на сцену. Время все поставить на свои места, все, как говорится, уравновесится. И то, что непопулярно и не нужно, или что-то шокирующее, оно само собой уйдет.